Приветствую вас, друзья мои телезрители. С вами снова Бородач, и вы смотрите канал «Быстро и вкусно», где я показываю и рассказываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня рубрика «Полезные советы». Вчера на рыбалке меня научили открывать вот такие банки с винтовыми крышками, чисто голыми руками, без использования каких-либо приспособлений. Раньше как я делал? Я брал ножик, ну это, по-моему, все так делают, да? Так вот, поддевал, раздавался такой звук «чпок», и потом крышка нормально откручивалась. Все знают, что вот эти вот крышки очень тяжело откручиваются. Ну хотя вот если взять простую банку, чистую, и новую крышку, она очень легко закручивается, очень легко откручивается. А вот банки вот такие вот заводские, они очень тяжело откручиваются. Почему? Потому что упаковываются они на заводе в горячих условиях, то в горячем виде, а потом, когда остывают, там внутри образуется разрежение, вакуум. Этот вакуум эту крышку присасывает. Ну, я так думаю, я далек от теоретической и от практической физики. Я так думаю, ну, по крайней мере, мне на рыбалке так объяснили. Если у вас есть другое какое-то объяснение, напишите, пожалуйста, в комментариях, нам всем будет очень интересно. Вот. И чтобы эту крышку открутить, нужно этот вакуум оттуда удалить, то есть впустить туда воздух. Этим мы как раз занимаемся, когда вот ножиком поддеваем, воздух туда запускаем, и тогда легко откручивается. Но вот сколько ножиков я перепортил таким делом, не сосчитать. У меня даже дома, вот на даче здесь нет такого ножика, а дома у меня специальный ножик, который не жалко, как раз вот для открытия таких банок. Но теперь я научился их открывать голыми руками. Только руки нужны, и все. Я уже попробовал несколько банок, отлично открываются. Итак, что нам надо? Объясняю. Я вам сейчас объясню, так, в теории, а потом уже крупно на практике покажу, как это делается. В общем, смотрите. Берем две руки. Вот так вот в замок их складываем. Этот замок на банку вот так вот сверху надеваем. Вот этим вот местом нужно давить на крышку сбоку. Вот так вот надеваем. То есть этим местом и другой рукой этим местом. И сильно сдавливаем. Сдавить нужно сильно. Здесь физическая сила нужна. Допустим, у моей жены, у тещи не получилось так открывать. Ну, они потому что женщины, силы у них нет, а у меня нормально получается. В общем, сдавили, должен раздаться тот самый звук «чпок», который свидетельствует о том, что воздух в банку зашел. И после этого крышка открывается. Если звук «чпок» не раздался, значит, немного не попали. Поворачиваем вот так банку, прям слегка, на несколько градусов, наверное. И опять пробуем. В разных положениях иногда получается, иногда не получается. Если не получилось, немного повернули, еще попробовали. Не получилось, еще немного повернули, еще попробовали. И в конце концов все получится. Найдется такое положение, при котором банка откроется. Ну, точнее, воздух туда зайдет. Почему воздух туда заходит? Потому что вот так мы крышку сдавливаем, немного ее деформируем. Там такая микро получается... Не знаю, как это назвать, микрощель, наверное, да, в которую воздух входит и в банку проходит. Все, потом мы крышку просто откручиваем. В общем, сейчас крупно все покажу. Итак, поехали. Взяли банку, взяли руки вот так вот в замок и надавили сверху на крышку. Давим сильно, пытаемся крышку сжать. И слушаем звук чпок. Итак, поехали. Так, нет, не получается. Значит, немного провернули. И еще пробуем. О, слышали? Звук чпок был. И теперь мы, хоп, открываем. Все, готово. Никаких проблем. Надеюсь, звук вы слышали. Потому что я не знаю, как микрофон передает. В общем, вот такой вот простой способ. Ну вот, друзья, на ваших глазах все произошло. Волшебство. Банка открыта, все отлично. Нужно только немного физической силы. И на мой взгляд, не очень много этой силы нужно. На мой взгляд, даже женщина справится. Почему у моей жены и тещи не получилось? Ну, потому что они немного, наверное, не привыкли.
Если потренироваться, в принципе, я думаю, и женщина тоже сможет. Абсолютно ничего сложного нет. И ножи целы, и на рыбалке. Вот вчера мне на рыбалке именно это и подсказали. Я там ножик с собой не взял. Точнее, взял, но хороший ножик. Мне жалко было его портить. И пошел к мужикам шампуром, хотел взять у них шампур и подоткнуть. Но они мне вот этот способ показали. Как я без него раньше жил, я не знаю. В общем, надеюсь, и вам тоже будет полезно. Если вам понравилось, ставьте, конечно, лайки. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Потому что дальше будет много всего интересного. Ну а на сегодня все. Всем пока.